Начало учебного года, 1 сентября, не отмечено в календаре красным цветом. И все же сегодня праздник. Особенно для тех, кто пришел в школу впервые. Первая встреча с учительницей. И трудно сказать, кто больше волнуется. Ведь в долгий совместный путь познания отправляются сегодня и ученики, и учителя. По всей нашей необъятной стране, от северных до южных морей, от Балтики на севере до Тихого океана на востоке. Издавна наше Отечество славилось учителями. Самые передовые, самые талантливые люди России обучали детей, создавали школы. В семье учителя родился великий вождь Октябрьской революции Владимир Ильич Ленин. Мемориальный комплекс в Ульяновске стал одним из ярких символов всенародной любви к основателю первого на земле социалистического государства. В бывшем Симбирске, ныне Ульяновске, на берегу Великой Волги в небольшом доме прошли школьные годы Ленина. Скромность и простота семейного быта Ульяновых всегда сочеталась с атмосферой подлинной духовности, деятельного интереса к судьбе своей страны, своего народа. Маленький Володя, его сестры и братья воспитывались в большой и необычайно дружной семье, где любили книги, музыку, ведали нужды простых людей. Отец Ленина Илья Николаевич Ульянов разъезжал по всей губернии, собирал крестьянские сходы и строил народные школы. Его хорошо знали и взрослые, и детвора в самых отдаленных и бедных деревнях. Именем Ильи Николаевича Ульянова назван педагогический институт на родине Ленина. Только Октябрьская революция широко открыла дорогу к знаниям для всех сынов и дочерей многонационального советского государства. Около 6000 будущих учителей одновременно обучаются здесь на разных факультетах. Они придут в школу высококвалифицированными специалистами, отвечающими самым высоким современным требованиям. Софья Григорьевна Первухина, заведующая кафедрой методики математики Ульяновского пединститута, уже четверть века растит молодое поколение педагогов и одновременно учительствует в школе. Ныне почти 200 высших учебных заведений страны готовят школьных учителей.